Шахтинск. Шахтинск, да, тут уже. Это Пермь. Американский стайл. Всем добрый день. Сегодня мы продолжаем очередной выпуск, делаем нашего телевизионного проекта, который родился совершенно спонтанно. Сегодня с огромным удовольствием мы находимся на даче у руководителя, одного из руководителей нашего проекта, у человека, который стоял вообще у самых-самых истоков, когда еще не было Кызбаскет, мы только думали делать Кызбаскет, у Сергея Валентиновича Кущенко. Если мы будем перечислять все регалии, я думаю, что программа закончится, мы не успеем. Но для нас самое главное регалия этого человека — это то, что это наш постоянный друг и товарищ, который на протяжении 5 лет рядом с нами, нас не бросает, и мало того, что не бросает, активно помогает развивать наш проект, человеку, которому мы очень многому научились. Какие-то идеи просто украли. С разрешения. Какие-то идеи, какими-то идеями воспользовались, но в основном как-то так. Я думаю, что сложилось, что в одном русле, на одной баскетбольной правильной волне двигаемся вот уже целых 5 лет. И сегодня здесь на даче поймали Сергея Валентиновича в его небольшие выходные, чтобы поговорить и, может быть, подвести итоги 5-летнего нашего развития, поскольку сезон этот был, напомню, 5-й юбилейный. И, наверное, самое правильное было бы эти итоги подвести, прежде всего, конечно, с Сергеем Валентиновичем. И наш первый вопрос, который бы мы хотели задать вам. Сергей Валентинович, вы стояли у истоков чемпионата школьной баскетбольной лиги Кызбаскет. Оглядываясь на 5 лет назад, могли ли вы тогда предположить, что чемпионат станет соревнованием российского и международного масштаба? Помните, с вами мы сидели в кафе, пили кофе. Да. Размышления 5-летнего периода, наверное, до такого масштаба вряд ли предполагали. Ну, с такой скоростью, может быть. Например, когда ты пришел ко мне, можно, например, когда Алексей пришел ко мне и сказал: Сергей, у нас еще 2 страны добавилось. И я вот с этого момента понял, что какие-то умножения в прогрессии в такой пошли. Сначала регионы добавлялись, но тут страны стали прибавляться. Ну, тогда, может, более уверенно и успешно проект развивался такими шагами, что, естественно, предположить, что за 5-летку добиться такого успеха, это дорого стоит. Ну и уж совсем понятно, что успех проекта — это люди, которые работают, несомненно, не сомневаясь на секунду. Потому что я, в свою очередь, лавирды сделаю, вот, слева от меня сидящему руководителю Кызбаскета, о том, что при каждой встрече по поводу того, что мы разговариваем с ним о развитии проекта, у него никогда не было фразы, которая начиналась: слушай, у нас что-то тут не получается. У него всегда началась сразу: слушай, помоги нам вот это привести, этого довести, или вот здесь помоги, чтобы мы там провели вот на совсем другом уровне. Отсюда успех 5-летний. Представляете, 5 раз он говорил после каждого сезона, что нужно сделать дальше. Но не на том же уровне, или там закрепить что-то. Только вот шаги вперед получались. Отсюда успех. Отсюда успех. Я, наверное, отвечая на вопрос, не предполагал, но вот отматывая 1, 2, 3 назад, та поступь, с которой вы это делали, вы команда. Мы. Команда Кызбаскет. Конечно, она заслуживает такого серьезной благодарности за круто сделанное дело. Тут нечего говорить. Кто не помнит своей истории, тот не имеет будущего. Вот в части баскетбольной истории — это всегда большая-большая проблема, на мой взгляд. Мы всегда пытались с позиции Уралгрейта, ЦСКА, чествовать людей, которые, ну, сделали нашу страну великой в части спортивной. То, как Кызбаскет относится к великим, к Сергею Александровичу, к Светлане Антиповой, и уж
вспоминать за тех, кого уже нет из 72 года, помню. Конечно, тогда не было такого. Ну, выиграли люди Олимпиаду, эти 3 секунды знаменитые. Но об этом надо говорить. Мы действительно сегодня знаем Тимати больше, чем наших великих. Вот. Ну, такая жизнь, такая история. И по этому поводу не нужно. А нужно просто этим еще больше заниматься. Когда-то ты советовался, когда-то мы с тобой общались на эту тему. Но сейчас, скорее, можно у тебя что-то позаимствовать в идее, в креативе. Наверное, одна из серьезных команд управленческих, менеджерских в стране, которые очень, самостоятельны, креативны, и делают, очень правильное дело. Ведь вспомни, из-за чего? Вот помнишь, как это в советское время говорили, в армии служат там цели и задачи? Вот цели и задачи вот этих пацанов, которые вот не попадают в какие-то профессиональные вещи, они просто как отсеянные, просто вот идите, пацаны, вот куда-то идите. Ну, он не стал профессиональным баскетболистом, а мы статистику с тобой знаем, да, в школах такое количество народу там не попадает, их отсекает, и что им делать? Они играют в школьной этот нашей лиге, в этой КСБаскете, где получают, просто даже лучшие условия, чем в некоторых сегодняшних лигах российского баскетбола. Они менее организованы, чем мы. Вот именно организация дисциплинирует пацанов и девчонок. Тренеров, которые хотят выиграть, они же до драк доходят. 4 овертайма, идите это найдите где-нибудь там. Это все откровенно. Отсюда и придумывать в части соревнований точно ничего не надо. Оно еще и должно быть качественно. А в части креатива уже надо у тебя порвать. Спасибо.